Когда закончилась война, пришла всеобщая радость. Люди пели, танцевали и были счастливы от того, что ужас, длившийся несколько лет, наконец миновал. 9 мая россияне отметили День Великой Победы, праздник, который подарили нам наши предки, вырвав победу немыслимой ценой. Этот праздник очень важен как для нас, так и для нашей страны, для нашей истории. Мы считаем, что это важный день, а так как мы еще кадеты, этот праздник, скажем так, для нас профессиональный, то есть мы его отмечаем. И мы сейчас приехали, мы отметили его, мы рады, что этот день, и что он наступает уже 77-й раз. Мы счастливы. И мы счастливы, что благодаря нашим прадедам и дедам мы видим мирное небо над головой. Главное – это помнить своих предков, то, что они сделали такой подвиг для нас. Ну, можно сказать, не сделали бы они того, не было бы нас здесь. Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем Победы! Ура! Страна с размахом отмечает этот день. В городах, помимо памятных мероприятий, прошли концерты. В Щелкове на улице Талсицкая возле центрального рынка установили сцену. Творческими номерами порадовали жителей и гостей Щелкова артисты от мала до велика. Выступали и детские коллективы, и солисты, и известные исполнители российской эстрады. Песни военных лет пробивали до слез. Она, эта самая песня, и жить помогала, и о мире напоминала в непростое время. Зрители пришли не просто послушать, присоединиться к всеобщей радости. Это память наших дедов, которые сражались, чтобы мы сейчас жили под мирным небом. Приехала поздравить жителей певица Юлиана Караулова. Приветствовал щелковцев глава округа Андрей Булгаков. Мы победили вместе! Вместе за Россию! За Щелково! Ура! По традиции завершился концерт праздничным салютом. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.